В музее-заповеднике Абрамцево открылась выставка, посвященная 175-летию Виктора Васнецова. На экспозиции в Поленовской даче собраны фотографии и эскизы из музейных фондов, которые демонстрируют работу художника на архитектурном поприще. Не случайно эта выставка открылась именно в Абрамцеве. Музей обладает одной из лучших коллекций произведений Васнецова. Судьба и творчество Васнецова с Абрамцевым связана очень сильно. Вот он с Мамонтовым познакомился в 1978 году и потом приезжал сюда регулярно на протяжении очень длительного периода. Он оказался втянутым вот в эту бурную художественную жизнь в Абрамцеве. Он участник многих проектов. То есть один из авторов церкви, избушки на курьих ножках. Он здесь написал свои крупные полотна, работал над богатырями, над Аленушкой. Основную часть экспозиции составляют фотографии, имеющие большую историческую ценность. При подборе экспонатов работники музея делали акцент на уникальность. Большинство представленных фотографий выставлялись очень редко и неизвестны широкому зрителю. Здесь есть предметы, которые вообще никогда не представлялись. Но в частности, это рабочие материалы Васнецова. То есть, что важно, и это отражает наша коллекция, можно увидеть вот этот процесс работы, как рождался тот или иной образ, иногда то, что в результате получилось. Вот. И довольно приличная коллекция фотографий. Это вот снимки росписи Владимирского собора, которые тоже когда-то приобрели Мамонтовы. Работать над росписью Владимирского храма в Киеве художник уехал прямиком из Абрамцева. Несмотря на то, что оформление храма вызвало споры в церковной среде, живописные образы Христа, Богоматери и святых послужили образцом храмовой росписи для многих поколений художников. Меня здесь поразил вот этот набор фотографий Владимирского собора, которым можно видеть поиск художника образов Спасителя, Богоматери. То есть фотографии отличаются, эскизы отличаются от тех, которые есть в Третьяковской галерее. Первая архитектурная работа Васнецова «Церковь образа Спаса Нерукотворного» в Абрамцеве стала одним из первых образцов стиля модерн в архитектуре. У посетителей выставки есть возможность проследить весь путь от идей до воплощения. В зале представлены наброски будущего храма, а стоит выйти за двери, прямиком от крыльца идет дорога к церкви, созданной по эскизам художника. Выставка продлится до 17 апреля. Татьяна Мельникова, Михаил Кирсанов, программа «События».